Накануне в Дагестане прошел вечер памяти героя России Адильгерея Магомедтагирова. Организатором мероприятия выступили общественники фонда «Имама Шамиля». Почтить память героя в зале Северокавказского гуманитарно-многопрофильного колледжа собрались его родственники, близкие, друзья и коллеги. Собравшимся показали на экране видеофильм, посвященный генерал-лейтенанту милиции. Студенты колледжа прочитали стихи, посвященные герою. Также прозвучали песни в исполнении дагестанских артистов. Напомним, бывший министр внутренних дел Дагестана погиб 5 июня 2009 года. Он был смертельно ранен 3 выстрелами снайпера-террориста. Его похоронили рядом с отцом на кладбище родного села Ганадар.